is the gift of the goddess. We seek it thus, and take to the sky. Ripples form on the water's surface. How can I not, when you've beaten it into my head? Don't take Sephiroth lightly. Noted. Приветствую вас, с вами Зверько, и как вы уже по-любому догадались, это гайд на Алукарда. В лучшем скине этой игры, по мнению моего хорька. Алукард помещен разработчиками как боец и убийца, с этим сложно поспорить. Механика Алукарда проста как рубанок, но применение этого героя требует привычки и навыков. Поскольку атаковать одиночную цель проще, чем чесать репу, но не помереть в общем замесе в погоне за сквишем и дешотным персонажем, та еще задачка. На первых порах предлагаю выставлять в настройки атаковать ближнюю цель. Из дополнительных заклинаний широкий выбор на вкус. Возмездие ускорит от фарм, и если вы продолжаете собирать охотничий нож во вторую либо третью производную, добавит замедление с мини-уроном. Вспышка для более внезапной атаки, для нас будет как третий прыжок. Ослабление, мощное замедление и ослабление атаки противника, самое то для погони. Из эмблем выбираем между эмблемы лесника, эмблемы ассасина, с упором на атаку и проникновение. К навыкам, и почему же Алукард так прост? Пассив, преследование. При уроне в одну цель урон чуточку выше, чем при атаке в две цели. Множитель незначительный, 1.2 в одну цель, 1.1 в две цели. После применения навыка и при нажатии стандартной атаки, Алукард делает рывок к цели и наносит урон с множителем 1.2, позволяет пересекать препятствия к цели. Это базовый навык Алукарда, за который его и любят. Позволяет преследовать цель очень долго и наносить ей урон. Билд собирается от применения этой способности. Алукард не имеет маны, все упирается в хп, ловкость пальцев и мозгов. Первый навык – разрушающий землю. Алукард совершает прыжок и наносит урон, немного замедляя цель. Основной навык, который надо развивать в первую очередь, ускоряя его КД. Его урон больше, чем у второго навыка, его множитель урона выше, а кроме того, позволяет перепрыгивать препятствия. Второй навык. Круговой удар. Просто круговой удар. Применяется также для пассивки и инициации соло-боя. Чтобы был в запасе первый навык, с помощью первого навыка мы могли убежать, либо догнать противника. Применение второго навыка будет ощутимо под ультой. Все по второму навыку. Ульта. Расщепляющая волна. Хоть в описании и есть надпись о экстрауроне, по факту урон остается прежним. Существенно увеличивает наш вампиризм, а кроме того навыки начинают тоже вампирить, что избавляет от нужды брать топор на вампиризм. Весьма быстрая КД. Ульту можно применять для инициации перед боем, поскольку после активации срабатывает наша пассивка. Во время боя, время активации, хоть оно где-то и полсекунды, может сыграть с вами злую шутку. Самое любимое – сборка. Нам хватит и ножа охотника, но можно развиться и до мачете раптора. Первым полным айтемом собираем бесконечную битву. Трезубец увеличит наш вампиризм, дает чистый урон после применения навыка в размере 70% от атаки с руки. КД как раз подходит к КД наших навыков. Составляет оно 1,5 секунды. Must have. Сапоги воина. Они будут увеличивать вашу защиту от физических атак. Показали себя лучше всего, но можете выбрать другие по вкусу, на КД навыков или от хил. Ярость Берсерка добавляет в наши атаки с руки криты. Когти Хааса серьезно увеличивают вампиризм при низком запасе здоровья. Крылья Королевы Апокалипсиса. Этот айтем еще и усилен в ближайшем обновлении. Поскольку он редко используется, я расскажу о его действии. Дает он 15 атаки и 770 хп. Кроме того, есть пассив. Когда ваше ХП ниже 40%, увеличивает магическую и физическую защиту, а также физический вампиризм на 15%. В совокупности когти, крылья и ульта делают вас машиной смерти и самоотхила. Но стоит словить контроль, вам конец. Клинок отчаяния усилит наши атаки на максимум. Можно менять на ситуационные предметы. Смертельный клинок
против таких же вампиров, как мы и Эстеса. Удар охотника, если вы хотите чаще наносить урон навыками. Золотой метеорит, производный от магического клинка, дает щит при снижении ХП и защитит от прокастов магов. Очередность вариативна, главное собрать бесконечную битву как можно быстрее. Как играть Алукардом? Настоятельно не рекомендую брать Алукарда в квалификацию. Там сейчас рулит контроль, а не урон. И если хотите хорошего фана в пабе, классической игре, и играете с кем-то, нужно, чтобы напарник играл либо танком, собирающим контроль на себя, либо персонажем, которые раздают контроль, а вы уже будете вносить урон. Поскольку навыки наносят урон по площади, цельтесь так, чтобы зацепить всю волну крипов. Да еще противника. Не позволяйте проседать свое ХП, иначе словите прокаст какой-нибудь Эйдоры. Бафы вам не обязательны, но старайтесь забирать лес противника. Против Алукарда сложно сражаться в лесу, поскольку первым навыком при определенной ловкости можно отскакивать в кусты и тут же наносить урон с руки, используя пассивку. Но не затягивайте бой, к противнику придут на помощь. Если вы обгоняете противника по фарму, остановить вас может только контроль, или если неудачно зарядите под вышку, а первый навык на КД. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал, жмите колокол. Удачных боев, приятных побед! Download for free. Mobile Legends. Bang Bang.